Соник очередь. Соник Филомена. К чему снится очередь во сне по Сонику? Приснившуюся очередь Соник Филомена относит к символам задержки. Существует вероятность, что придется подождать. Проявив терпение, имеющееся в наличии, можно добиться осуществления планов и реализации желаний. Потребуются новые знания, навыки для достижения поставленных целей и задач. Постарайтесь не браться за дела, не подумав о последствиях. Стоять в очереди, сидеть в очереди по Сонику приходится сидеть в очереди в больнице. Соник рассматривает видение как предупреждение. Требуется задуматься о состоянии здоровья. Оно находится на критическом уровне. Многих проблем удастся избежать, вовремя начав работать над собой. Если во сне ждете своей очереди, приходится ждать очереди на прием к парикмахеру. Толкование сна гласит, что ваши надежды полностью оправдаются. Приложив усилия, подключив знания и навыки, получится добиться реализации желаний. Занять очередь во сне. Во сне решили занять очередь и отойти на время разобраться с другими задачами. В жизни вы обожаете приниматься сразу за несколько дел. Подумайте, приводит ли это к ожидаемым результатам. Перед тем, как начать делать что-то новое, следует разобраться со старым. Приснилась очередь в магазине, снится очередь в магазине, дела ваши пойдут в гору. Потребуется подождать некоторое время, однако знайте, что результаты того стоят. Удастся не только добиться успеха, но и реализовать заветные желания. Снится очередь в больнице. Увидели очередь в больнице. Соник предвещает возникновение препятствий. Чтобы устранить неприятности, потребуется помощь. Одному справиться чрезвычайно сложно, поэтому не надо лишний раз тратить силы. Если снится очередь на почте, видеть во сне очередь на почте, придется потерпеть, чтобы получить долгожданные известия. Они могут оказаться как положительными, так и негативными. Подготовьтесь морально к любым результатам. Приснилась очередь в туалет. Сон, в котором фигурировала очередь в туалет, предвещает длинный путь в направлении финансового достатка. Будут встречаться препятствия и сложности. Преодолев их, получится приблизиться к заветным желаниям. Очередь к врачу по Сонику. К чему снится очередь к врачу? Вас настигла смертельная усталость от работы. Физическое и моральное состояние находится на крайне низком уровне. Рекомендуется взять отпуск и отдохнуть. Если этого не сделать, можно подхватить серьезное заболевание. Снится очередь в кассу. Очередь в кассу Соник рассматривает как символ растрат. Может означать большие, бессмысленные покупки. Скорее всего, вас ждут значительные расходы. Постарайтесь не совершать необдуманных приобретений. Приснилась очередь за покупками. Если снится, что заняли очередь за покупками, но продукция закончилась, как только к кассе подошли вы. Сновидение сообщает, что вам уж очень хочется жить в роскоши. Обеспечить ее способен выгодный брак. Чтобы добиться желаемого, можно воспользоваться знаниями и навыками. Не стоит забывать о трудолюбии. При должном усердии удастся получить самое лучшее. Выбор определенного решения остается только за вами. Снится большая очередь. В видении была большая очередь. Значение сна говорит, что в будущем произойдет встреча, которая кардинальным образом изменит вашу бытность, перевернет всю жизнь. Правда, случится это не скоро. Снится длинная очередь. Во сне вас неприятно удивила длинная очередь. В реальности вы ощущаете острую нехватку уверенности в своих возможностях, силах. Чтобы добиться поставленных целей, не надо прикладывать много усилий. Достаточно сделать небольшой шаг по направлению к заветной мечте. Не рекомендуется проявлять неосмотрительность, невнимательность в работе. Видеть за собой очередь во сне. Очередь, увиденную за собой, Соник трактует как не самое лучшее предзнаменование. Придется столкнуться с неприятными событиями. Причиной их появления станут неосмотрительные поступки. Постарайтесь ничего не делать предварительно, хорошо не подумав. Соник Миллера, Соник Оракула 1. Читать далее. Стрелка направо. Тема сна. Разное видео. К чему снится очередь? Что во сне делали в очереди? Сидеть в очереди по Сонику приходится сидеть в очереди в больнице. Соник рассматривает видение как предупреждение. Требуется задуматься о состоянии здоровья. Оно находится на критическом уровне. Многих проблем удастся избежать, вовремя начав работать над собой. Если во сне ждете своей очереди, приходится ждать очереди на прием к парикмахеру. Толкование сна гласит, что ваши надежды полностью оправдаются. Приложив усилия, подключив знания и навыки, получится добиться реализации желаний.
Занять очередь во сне. Во сне решили занять очередь и отойти на время разобраться с другими задачами. В жизни вы обожаете приниматься сразу за несколько дел. Подумайте, приводит ли это к ожидаемым результатам. Перед тем, как начать делать что-то новое, следует разобраться со старым. Где во сне была очередь? Приснилась очередь в магазине и снится очередь в магазине, дела ваши пойдут в гору. Потребуется подождать некоторое время, однако знайте, что результаты того стоят. Удастся не только добиться успеха, но и реализовать заветные желания. Снится очередь в больнице. Увидели очередь в больнице. Сонник предвещает возникновение препятствий. Чтобы устранить неприятности, потребуется помощь. Одному справиться чрезвычайно сложно, поэтому не надо лишний раз тратить силы. Если снится очередь на почте, видеть во сне очередь на почте придется потерпеть, чтобы получить долгожданные известия. Они могут оказаться как положительными, так и негативными. Подготовьтесь морально к любым результатам. Куда во сне была очередь? Приснилась очередь в туалет. Сон, в котором фигурировала очередь в туалет, предвещает длинный путь в направлении финансового достатка. Будут встречаться препятствия и сложности. Преодолев их, получится приблизиться к заветным желаниям. Очередь к врачу по соннику. К чему снится очередь к врачу? Вас настигла смертельная усталость от работы. Физическое и моральное состояние находится на крайне низком уровне. Рекомендуется взять отпуск и отдохнуть. Если этого не сделать, можно подхватить серьезное заболевание. Снится очередь в кассу. Очередь в кассу сонник рассматривает как символ растрат. Может означать большие, бессмысленные покупки. Скорее всего, вас ждут значительные расходы. Постарайтесь не совершать необдуманных приобретений. Приснилась очередь за покупками. Если снится, что заняли очередь за покупками, но продукция закончилась, как только к кассе подошли вы. Сновидение сообщает, что вам уж очень хочется жить в роскоши. Обеспечить ее способен выгодный брак. Чтобы добиться желаемого, можно воспользоваться знаниями и навыками. Не стоит забывать о трудолюбии. При должном усердии удастся получить самое лучшее. Выбор определенного решения остается только за вами. Какого размера очередь во сне? Снится большая очередь. В видении была большая очередь. Значение сна говорит, что в будущем произойдет встреча, которая кардинальным образом изменит вашу бытность, перевернет всю жизнь. Правда, случится это не скоро. Снится длинная очередь во сне. Вас неприятно удивила длинная очередь. В реальности вы ощущаете острую нехватку уверенности в своих возможностях, силах. Чтобы добиться поставленных целей, не надо прикладывать много усилий. Достаточно сделать небольшой шаг по направлению к заветной мечте. Не рекомендуется проявлять неосмотрительность, невнимательность в работе. За кем была очередь во сне? Видеть за собой очередь во сне. Очередь, увиденную за собой, сонник трактует как не самое лучшее предзнаменование. Придется столкнуться с неприятными событиями. Причиной их появления станут неосмотрительные поступки. Постарайтесь ничего не делать предварительно, хорошо не подумав.